Зай, давай уже выходить, опаздываю. Я тебе сейчас этими щипцами порешаю. И так буду в шапке. Серьезная претензия. Я придумала песню, пока искала, что надеть. Она называется песня для свитера. Свитер, свитер, согрей меня. Свитер, свитер, укрой меня. Ну там, блин, много уже было, просто много уже спето. Поэтому, ребят, вам просто не фартануло. Это вот я все слушал. Самая классная строчка про девчонок. Свитер любят все девчонки, он согреет их почки. Печенки. Ну, печенки. Почки тоже. Сложно запоминать текст, когда ты его на ходу придумываешь. Да, сколько тебе осталось влоговых дней? Это последний. О, finally. Невероятно. Конец уже. Невероятно. Мы сейчас едем на Новый Арбат. Там проходит Дни Дальнего Востока. Такой фестивальчик. Нам надо там быть в 12. Нам осталось 30 минут. И пробки в центре просто нереальные. Да, нереально. Доехать на машине, и мы спустимся в метро. Не хочется брать твой видок в метро. Она говорит, блин, я что, вообще по-твоему в метро кататься? Я говорю, ну, Луи. Ах, сегодня будет такой день. Во-первых, сейчас где-то 11:38. У нас есть ровно 20 минут, чтобы доехать до Арбата. 100% мы не будем ровно в 12 на месте. Короче, у Славы и у Оска проект на Арбате. Им там нужно сделать фотку. Карина мне вчера пишет, типа, Юль, завтра я еду с Оском на Арбат помогать ему сделать фотку. А я такая, да что ты говоришь? У Славы тоже там? Ну и, короче говоря, мы все вместе едем, но по-разному. Оск едет от своего дома на машине. Карина едет, ее везет папа сейчас до метро, до удобной ветки, чтобы по прямой. Мы тоже так планировали, но потом подумали, что нахрена? У нас же и так есть свое метро, и, в общем, хоть мы и дольше времени потратим. Сегодня мы прокатимся в метро. В метро я катаюсь крайне редко, может быть, раз-два в год, когда куда-то надо доехать срочно без пробок. Сегодня как раз один из таких дней. Я очень рада, что этот день выпал на неделю влогов. Да, как в старые добрые. Выходим! Ну, давайте. Все, пока. Давай, пока. Надо идти. Куда дальше, зайчик? Нам надо на Чкаловскую. Мы в метро, и тут прохладно. Встретили еще фаната. Девочку, ей 20 лет. Едет делать кинэнэн. Мы с ней поболтали, она сказала, что едет делать кинэнэн. А еще она сказала про мой винил. Мне так весело в метро. Я реально BTS такая. Да, я слава говорю, что тебя BTS. Ладно, вырубаем. Я решаю, когда вырубаем мой же влог. Очень давно хотела покататься на трамваях. На трамваях я еще дольше не каталась. Люди, блин, этим пользуются, чтобы доехать до работы, до дома. Ну ладно, не ездила. Сами понимаете, когда есть машина, типа, нахрен трамвай. Но иногда у меня есть такое чувство ностальгии, когда я вижу трамвай, а я его вижу постоянно. Думаю, блин, прикольно, наверное. Помню свою молодость, свое детство, когда я каталась на трамваях. Нам еще одну пересадку надо будет сделать. Я не знаю, все ли так, да. Ага. Я листаю в телефоне наш альбом. Вся надежда на Long Island со льдом. Ну а после я спускаюсь в метро. Я помню, эта песня у меня с Лондоном ассоциируется. С метро Лондона. Крутые ассоциации. Метро Лондона просто офигенное. Оно такое стильное. Underground, дед. Ура! Вау! Блин, тут так весело! Приглашаешь? Даже не верится, мы доехали. Все вспотевшие. Вай!
Это же мое настроение. Так вот, идем. Карина с Оском тоже, кстати, уже идут от Арбата. Они даже пораньше нас приехали. Встретились с Кариной. Впереди нас идут мальчики. Им рассказывают, что они должны делать. На Арбате, конечно, весело. Ну, как тебе метро? Да я что, я там не так редко езжу, как ты. Я когда пробки, я лучше на метро всегда. Не, ну это понятно уж, поэтому мне нормально. Ну, мне тоже норм. Единственное, что вот только у нас пересадки были. Да. Но в целом норм. Нормально, мне вообще кайф. Я еще села не на электрозаводской, не на Семеновской, а на Бауманской. Это у меня три станции всего. Да. Три станции, и я в центре. У нас две пересадки было. Ну, мы тоже недолго, конечно, ехали. Сколько там? 18 минут у нас получается. Короче. Зато гуляем днем на Арбате. Да, ты знаешь, я вот тоже думаю, когда еще такая у меня возможность будет заставить себя встать так рано, поехать на метро, а не на машине. Сделаешь рады им мужчине. Точно. Хотя это не наши проекты. Мы могли не ехать и сказать, ребят, пофоткайте друг друга. Кстати, почему мы так не сделали? Мы могли. Слава мне, кстати, даже не просил, чтобы я ему помогала. Да? Да, он вообще, он просто сказал, что ему завтра надо на Арбат 12. Я говорю, отстой, не везет. Да, давай с тобой. А потом ты мне такая пишешь, типа, я поеду на Арбат. Я думаю, блин, а что я лысая тогда? Я тоже с вами поеду. На Арбат. Ну, встать было сложно, но возможно. По крайней мере, реально, я застану день, пофоткаюсь. Можем, да, вместе с тобой пофоткаться. Они пофоткаются, а нам не надо с рекламой фоткаться, мы можем просто пофоткаться. Точно. Йоск на метро тоже поехал? Да, жесть, он смотрит, 1:45 ехать на машине. Ага. Мне час надо было ехать. Ну, нам тоже час на машине. А на метро я извиняюсь 15 минут. Ну, да. Я извинилась, непонятно. Извините. Ну что, предлагаю потом куда-то покушать пойти, да? Конечно, я бы тоже поем. Можем вчетвером пойти. Ну, конечно, логично. Не, мы с Оском вдвоем, идите нафиг. Или нет, они пусть идут отдельно, а сейчас я бы выпила кофеёк. Да, я бы тоже хороший выпила, потому что я дома свой попила растворимый. Давай поделимся с подписчиками, сколько мы спали. Давай. Я не знаю, во сколько я уснула, но знаю, что очень поздно, типа около 6, ну, грубо говоря. Ну, 4 часа, может, 3.5 поспала. А во сколько встала? Ну, вообще будильники у меня с 10 утра звонят, но вот прям встала в 10:30 где-то. Да. Ну, я побольше, наверное, спала, чем ты. Да. На часик где-то. 5 часов я спала. Ну, я себя чувствую нормально. Да, я тоже сейчас. Ребята, вам экскурсию проводят, там и кофе пить. Да, сейчас им проводят экскурсию, мы прям идем по Арбату, идем всякие штуки, которые им показывают, рассказывают. Мы, в принципе, можем аккуратно слиться с браткой. Встретил кого-нибудь в метро? Мы встретили подписчицу. Нет, я не такая популярная, как ты. Да, неудачница. Ну и вот, я рассказала про мои виниры. Он сказал, так хотела в жизни посмотреть, вообще говорит, топчик. Да. Я говорю, спасибо. А смотри, какие они смешные. Серые такие. Причем у твоего серая шапка сверху и темная куртка. Они что, договорились? Надо ему тоже фотик повесить. Мы вообще не... Ну, а, кстати, мы взяли шоперы. И я говорю, типа, Луи отказывается ехать в метро. Да. Он говорит, я не пойду, я не буду туда спускаться. Я правильно, да. Что не взяла, всякое может быть. Там О, на. Я бы сама кого-то зарезала. Нет, пойдем. Вам взять кофе? Какой кофе? Капучиниос. Куда вы? Не рад, думаю. Мы как здесь, если что набираете. Что сказал? Я уже не бомж? Это из песни? А, наверное. Да. Что, он реально так сказал? Я не знаю, мне может послышалось. Ну, мы сейчас придем, спросим. Мне кажется, он так сказал, но, возможно, это из песни, потому что... Мы с Кариной угораем, да? Вы тоже угораете? Что, над чем? Над песней, где он говорит, типа... Я уже не бомж, да. Что за песня, я забыла? Смотри, на фоне конфеток, типа. Ну, чтобы они как бы на фоне были, слышишь? Да, боже. У меня, кстати, внизу свитер. Не прямой даром, наверное. Не прямой даром. Что-то там. Свитер? Я уже не бомж. Сейчас. Карта ночь над двором. О, не. У меня все зашибись, я теперь уже не бомж. Наберешь. Офигенски, да? Вот надо же придумать было.
Мы угораем прям как вообще. Есть песня тоже популярная, она нравится многим пацам. Пацам, именно пацам. Ага. Оскар иногда слушает. Там такой текст. Популярный артист, что-то типа Каспийского груза, по-моему. Ага. Там поется, называется песня «Лучше бы ты просто умерла». Отлично. И ты слушаешь, и такой типа, что происходит? Наверное, пацанам это близко, потому что многие, когда расстаются, наверное, они думают, блин... Они так переживают расставание, да, лучше бы ты умерла. Ну, это так странно слушать про эту песню. Да, мы пришли за кофе. Я буду Раф. Ты меня подсадила, стервозная подружка. О, нормас. Чукотский автономный округ. Друзья, меня какие счастливые все. Ты тоже бабушка. Иди к ним. Учитывая, у меня знаешь, что еще есть? Мы с вами не прощаемся. Я волнуюсь. Ой! Я бабуля. Ты просто какая-то бабуля. По-другому и не скажешь. Ну ты очень модная. Красотка, ле. Вот так вот мы спускаемся все вчетвером. Мы уже пофоткали, погулялись на Арбате. И сейчас мы едем в Адриум. Это метро Курская. Там как раз парочку станций. Мы там покушаем. Парочку дел сделаем. Знаешь, что там есть стейкхаус, кстати? В Адриуме? Да. Стейкхаус? Это будет хороший завтрак для меня. Метро в Москве. Где лучше, Париж, Лондон, Москва? Лондон. Говорила сегодня. Ну, в Лондоне это чисто такой андеграунд для пацанов с района. Слушай, здесь так просторно. Не-не, у нас красивое метро на самом деле. Все такое живописное, знаешь, в стиле какого-то века. Прикольно. Тут клипы можно снимать. Ветер так классно раздувает твои волосы. Без пересадок еду прямо до конца. Я тебе клип снимаю. Спасибо. Пожалуйста. Следующая станция — площадь Революции. The next station is Площадь Революции. Не только верхняя одежда совпадает, но еще и нижняя. Они оба в черных водолазках. Наверное, чтобы этот блог был интересный. Так мило, боже, я не могу. Наши мальчики скрипыши. Вот Карина начинает что-то рисовать. Расскажи, блогер. Крестики-нолики. Крестики-нолики. Одна? Ют, ты не будешь ей помогать? Конечно, я буду играть в крестики. Копипаст просто. Мне, короче, два брата с Камчатки приехали в одинаковых холодасах, в водолазках и в Сидане. Мы на вертолете только что прилетели. А мы будем... Давай, 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 посмотрим, кто выиграет. Давай. Напишу шоу. Я буду карандаш. Шок-контент. Карина поставила крестик. Нет. Шок-контент, Карина выиграла Юлю. Хотя мне кажется, мы раньше играли в крестик-ноль. А как вы сыграли бы сейчас? Юля правильно сыграла? Как вы думаете? Давай, давай. Я не знаю. Если не чай будет, я этот блок удаляю. Окей. Нормально, играть. Чуть не ступила. Я выиграла. И я. Ничья? Ничья, давай еще раз. Я это снимал. Удаляй. Блин, есть какая-то схема, я знаю, которая... Да, да, есть, рабочая. Я тоже знаю. Сейчас, это красиво. А мы с тобой в Counter-Strike играем. А у нас ДКС впереди. Короче, вот мы с Оском, видите, все в черном, оба, все. Я, Оск, все в черном, короче. Оск, Слава, только у нас, видите, черные разного оттенка. У меня темно-синий. Темно-синий, да. Да, вот. При плохом освещении он тоже черный, но он по сути свой. По сути всегда при плохом освещении. Вот. И прикиньте, мы, короче, с Оском сегодня узнали, что играем в CS:GO вместе. И он играет, и я играю. Но мы не играем почему-то вместе в CS:GO. Не знаю, я у себя во влоге рассказывал. А я еще никому не рассказывал, да, об этом. Он стыдился, но теперь знает, что типа взрослые мужики играют в CS. Да. Кстати, все звезды играют, если вы...
кто там выиграл? Кто выиграл? Подожди, подожди. Нет! Продолжай радость. Походу выиграла Карина. Карина, да я, Зайка, тебе надо научить играть в крестики-нолики. Я вспомнила ту самую схему, поговорили. Вспомнила? Да, и поэтому у меня получилось. Юль, не грусти, на самом деле нужно один раз проиграть, чтобы потом два раза выиграть. Кто так поступил? Ну, так, я чисто... Зай, главное не победа, главное участие. Нет, ты же знаешь, что главное победа. Решил напомнить. Ладно, что там дальше за... Ладно, сейчас переиграем, давайте. Морской все, бой. Проматываем а, назад. А, нет, что-то долгая игра. Ну, можем взять их есть, или твой, и списать. Тут офигенно, давай. Я буду сюда каждый день сидеть. Че, может, тоже поиграем? Где мой ноутбук? Я понял. Буду раскрашивать вот эту печеньку. Я не знаю, что это. Ну, не знаю, как это называется. Настроение игристое, ребята. Купила в ЦУМе пальтишко румынское. Снимай меня, Зай, снимай! Ненавижу проигрывать. Я тоже, я отыграла с Масей. Молодец! Итак, мы назад промотали. Какая сейчас ситуация? Я выиграла. Да? Я тоже вспомнила эту схему. А Карин, Карин, не грусти. Я знаю, что ты лучше играешь. Да, ты что, ты скажешь? Я просто горжусь тобой. Еще? Да, просто горжусь, ты у меня молодец. Ты любишь побеждать. Да, но... А вы нас так будете поддерживать, когда мы в Counter-Strike будем? Да, я думаю, что мы будем болеть, переживать. Counter-Strike — это самая лучшая игра на белом свете. На пару получше ваших крестиков и ноликов. О, приятного аппетита. Все, игра закончилась. Куриный бульон? Сначала доигра. Вы как дети. Ты тоже? Ты раскрашиваешь? Да. Я вон... Я этого пельмешки раскрашиваю. Я начала ходить. Да, это не по правилам. Так, мне надо поздравить моего друга. Я всегда ходила на ноги. Что в итоге у нас происходит в жизни? Мы покушали в атриуме. Конечно же, я это не сняла, потому что мне было лень доставать камеру. А, нет, я снимала. Я снимала, конечно. Показалось. Я не снимала только блюдо, но мне оно не очень понравилось. Они перемешали все. Я люблю, когда без строганов сверху пюрешки, например, лежит, а сбоку огурчик, а они все это перемешали, куча соуса, огурец порезали, накромсали в пюре, и все это мне не понравилось, в общем. Ну ладно. А в итоге мы сели потом от атриума опять на метро, потому что до нашего дома от атриума показывало ехать 40 минут, хотя мы можем доехать за 10-15 минут без пробок. Мы планировали на такси поехать, но в итоге доехали до райончика, и сейчас взяли этот кашеринг. Это моя машина. Кошерик. Кошерик. Вот, и сейчас ребята нас отвезут к Карине, а потом они поедут играть, да, в компьютерный клуб. Потом обязательно пусть Слава придет домой и свои впечатления на твой влог скажет, как ему компьютерный клуб. Он скажет, блин, там столько моих друзей, единомышленников. Да нет, просто мне Оскар реально говорит, что сейчас эти компьютерные клубы, они набирают популярность из-за того, что ты можешь типа в них играть с друзьями на профессиональных компах, типа атмосфера, все дела, прикольно. Не так знаю, интересно. Я им не верю. Я вообще не игрок ни разу. Ну, то есть вообще. Ну, я не могу сказать, что я не игрок вообще, но, наверное, меня больше прикалывает в PlayStation дома поваляться, иногда поиграть. Разные игры есть, ты просто не знаешь, есть такие прикольные. Слушай, ты так же залипала. Sims не играла. Да Sims, типа, блин, Sims строить, потом строить семью, жить семьей, это уже скучно для меня. А что? Я не люблю. Есть, я люблю всякие игрушки. Да вот даже ты же в iPhone иногда играешь. Ну, играла, в какие игры ты играла? Типа шариком вот это сбивать. Да. Много всяких таких приколюх, только на PlayStation. Где тебе кем-то надо бегать, что-то собирать, прыгать. Я люблю такие, где надо что-то бегать, собирать. Ну, я играю в основном от безысходности, знаешь, как в самолете. Ну, типа, я понимаю. Да я же в целом-то тоже. Только вот иногда, если какая-то супер крутая игра выходит, типа как выходила игрушка Borderlands 3. А, ну, ты не сечешь? Ты сейчас не играешь, потому что вы ее закончили? Ну да. А я думала, его не вечно можно играть. Нет, мы, ну у нее можно вечно мы играть, но уже не интересно. Мы прошли кампанию и уже как-то, ну, интересно. Да. С какой. Да, поэтому грустно, конечно. Сериал Иван Лав. Ну, да. В целом. Сериал Иван Дам.
Только знаешь, как у тебя тоже так, когда ты заканчиваешь один, не можешь сразу новый начать. Ощущение, что лучше сериала у тебя никогда не будет. И типа ты должен немножко отдохнуть. Поиски сложные. Но мы обычно, когда досмотрим один, мы смотрим сколько-то фильмов подряд. Ну, дней, несколько там дней смотрим сериал, а потом уже фильмы, а потом уже начинаем искать. Да, но честно, мне сложно с сериалами, у меня как будто на них нет времени. А, ну это все из-за недели влогов. Вечно забываю. Ну да, считай, часов 6 ты тратишь на влог. 2 часа съемки и 4 часа монтажа. А так могла бы смотреть 6 серий. 6 серий? День. Я сейчас так и делаю. У меня нет недели влогов. Да. А ты, кстати, когда начнешь? Ну, я хочу с понедельничка 4 дня. Ну, тебе надо до Дубая только... по-хорошему бы. Да, 4 дня, потом пару дней отдохну, потом опять несколько дней, 3 или 4. Ну, то есть 7 будет в сумме. И потом еще хотела после Дубая. Но я думаю, ты тоже так после Дубая, ты еще... Ну, то есть в одно время будем у нас на неделе влогов. Ну, возможно. Ну, потому что очень хочется вот прям суету-суету снимать. Сейчас я думала снимать тоже новогоднее что-то. Ну, типа тяжело, когда еще снега нет, выкладывать ту же музыку. Новогодних какие-то хотела делать, потому что снега нет, не совсем то. Я вот не знаю, на самом деле, по поводу недели влогов еще одной в декабре. Просто я хочу выпускать всякие другие разные видосы тематические и просто отдельно влоги. Ну, тоже с одного дня, но не в формате недели влогов. Ну, это сложно, на самом деле. У меня больше никогда не будет недели влогов. У меня будет только 4-2-4, 3-3-3, не знаю, что такое. Я на пятый день, я заметила уже два раза, я выдыхаюсь. Да, вот у меня тоже, я понимаю, что четвертый день выпускаю, он классный, а дальше уже выдыхаюсь. А потом опять открывается второе дыхание. Вот пятый влог у меня очень часто такой ни о чемский, как будто. А шестой норм, типа? А потом уже нормально, движуха начинается. Ну, вот да. Вчера я прям такая в движухе была, сегодня в движухе. Я хочу каждый месяц сделать много влогов одного дня, но я не хочу делать прям 7 подряд, 8 подряд. Потому что у меня, знаешь, как я типа делаю вот эти вот 7 дней суперактивных и по работе, и по спорту, а потом просто, когда заканчиваю, мне нужно 3 дня. Настолько выдыхаешься, устаешь. Просто ничего не делать. Я понимаю, у меня после влогов, ну, недели влогов постоянно тоже так. Я такая думаю, господи, мне нужны такие каникулы просто. Так не должно быть. Да. Неделя влогов должна идти как бы, ну, с легкостью. Ну, опять же таки, если бы, может, знаешь, если бы я не монтировала свои видосы, просто снять это, ну, несложно. Да. Именно сложно то, что ты долго монтируешь и все такое. Ну, короче, ладно. А Оск знает дорогу до твоего дома прямо наизусть? Ну, конечно. Так мило. Выучил за 5 лет. Я, кстати, весь прыгнул выучил. Да, я тоже. Еще бы его не выучили. Хороший, да, у нас район? И молчат. Да, хороший. Хороший район. Но мы вам не скажем, какой у нас район. А то никто не знает. Ну, кто знает, познает. Но мы, типа, особо не скрываем. Мне нравится, что люди знают, в какой части Москвы я живу, так скажем. Не, мне норм абсолютно. Красивый. Я, типа, спокойно рассказываю, в какой торговый центр мы идем. Ну, да. Ну, а люди понимают, что скрывать. Ну, классно вообще вчетвером сегодня потусили. Мне прям понравилось. Стоило это того, чтобы спать 4 часа и встать еле как в 10? Да. Да, мне тоже понравилось. Менеджер? Нет. Я будильник поставил. Мне Слава будил после того, как я будильник поставил. А тебя что, менеджер разбудил? Я проснулся. Такой, о, вставай. Позвонил, наверное. Ну, понятно. Наверное, точно. Да, такой гонщик. Любитель погонять. Я боюсь. Твой номер. Поехали в трип по Европе вчетвером. Поехали. Ладно, в Европу поехали. Когда? Куда? Поехали январь-февраль, реально. Да ты что, нет, зачем? По заснеженным дорогам? Так там уже в феврале нет заснеженных дорог. Ну, по-разному, смотря куда мы собираемся. Я хочу в более теплое времечко года. Например, в середине весны. Чего? Тебя перегрызло, ты бесишь. Все, мы приехали! В общем, посидели у Карины,
посмотрели Chicken Curry. Не очень люблю я Coming Out, если честно. Почему? Ну, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, ну, пишут они эти комментарии, но никто их не видит, не обращает внимания, по сути, никому не важно. Ну, типа, что они там написали. Конечно, да, жестко, иногда бывает очень жестко, но в основном такое. Прикольно смотреть на наказание, это прикольно. И прикольно, когда они звонят, типа, когда ты слышишь сразу реакцию. Да. Потому что они не показывают той же реакции какой-то звезды, типа, может быть, ответ какой-нибудь звезды на это все. Или... Ну, всем понятно, что комментаут. Любой человек увидит странный комментарий от звезды звезде, особенно там, учитывая, что мы уже знаем, что они постоянно отмечают всех и так далее. Единственное, что не все звезды, которым они пишут, возможно, знают про комментаут. Я думаю, что когда Алла Пугачева приходит и говорит: «Галкин, смотри, мне написал Демис Карибидис вот эту чушь». И он такой, типа... А так она и говорит: «Галкин, смотри». Ну, я к тому, что... И он ей говорит, так это комментаут. И также не обязательно там, чтобы Пугачева к Галкину идет. Если какая-нибудь, не знаю, Надежда Бабкина может также ко внуку своему подойти и сказать. Ну, типа, от этого у меня нет такого, типа, о, жестко. Мне жестко, когда там задание, типа, переведи 50 тысяч на строительство чего-то там. Вот это жестко, когда люди реально переводят. Всякие моменты такие жесткие. Но так, по сути, у меня уже... Знаете, вот если, например... занимаю эфирное время. Говори. Если, например, взять шоу мое любимое, это этот, как его, ну, с Сабуровым, что было дальше, там, ну, нравится безоговорочно. А здесь, типа, в зависимости от того, кто приходит, нравится. Ну, типа, вот, например, Айза Долматова в предыдущем выпуске, такой вообще шлак. Может, я из-за того, что Айзу не люблю, меня так, не знаю. Мне норм было смотреть. Скучно. Ну, некоторые прям пипец смешные. Меня, я больше всего обожаю смотреть рекламы от Гудкова. Они всегда такие смешные. Не знаю, когда вернется Слава. Никогда. Все. Он застрял там. Я переезжаю. Вот, ну, короче, не знаю, домой приду, начну монтаж влога, отдохну. Я уже дома. И знаете, что могу вам рассказать? Что я, когда пришла домой, я начала обниматься с Вивьеной. И она такая мягкая собачка, такая уютная. В общем, мы начали лежать на кровати, обниматься. И я просто понимаю, что я сейчас вырублюсь. И сейчас я сижу, монтирую видос, и так туго идет из-за того, что я такая... Хочу поесть, хочу попить, хочу встать, хочу переодеться. Ну, короче, прям пипец как-то. Самое интересное, что сегодня был такой насыщенный день. Он еще не закончился, сейчас вообще 7 часов, а у меня такое состояние, типа, ну, спать, короче. Такой насыщенный день, и при этом так мало материала снято. Удивительно, просто удивительно, потому что на каждой локации снимаешь по чуть-чуть, и этого чуть-чуть... выходит все равно меньше, чем когда ты на одной локации долго снимаешь, типа, как я дома болтаю. Вот сейчас я, например, что-то буду болтать о чем-то, и это минут на 30 я запишу, просто потому что время пролетит. А еще, кстати, видите, гирлянды отвалились, скотины такие. О, да. Я, в принципе, подозревала, что этот скотч ни хрена не выдержит, но надеялась, что он как-то подольше сможет все это держать. Не судьба. У меня на ногах Вивьена лежит, ей очень удобно. Вчера я всю ночь смотрела, как стригут собачек. Я не знаю зачем, но просто мне было интересно. Я смотрела, как шпицев стригут, мальтийских этих баллонок, прикольные собачки, кстати. Просто смотрела, как их стригут, и подумала, блин, надо бы и Вивьену тоже подстричь уже. А то она такой чупакабрик смешной. Она просто пушистая, милая, но такая, типа, неухоженная. Какие-то ну тут тоже все нахрен отвалилось. Впрочем, неудивительно. Выглядит, конечно, очень красиво по-новогоднему, но держится это все прям на соплях. Меня часто в комментариях спрашивают, почему я не хочу обратиться к дизайнеру, который сделает дизайн квартиры, и не надо будет заморачиваться по поводу обоев и все такое. Я этого хочу, но мы не планируем делать тут сейчас какой-то глобальный ремонт, поэтому в этом, ну, не то чтобы нет смысла, но, во-первых, это очень много денег стоит. Поэтому пока что это не нужно, я бы хотела просто освежить обои. Сейчас сижу и понимаю, что если что-то не начну делать, и я не в плане того, что монтажа, как раз-таки монтаж меня сейчас почему-то безумно усыпляет, если я сейчас не встану, не пойду на кухню, например, не сделаю что-то покушать,
не схожу куда-то покушать, то я сойду с ума. Кстати, Слава до сих пор не вернулся домой. Мы его потеряли, девочки. Они с Оском в компьютерном клубе играют. Не знаю, когда вернется Слава. Ну, впрочем, примерно так это происходит. Не хочется вас мучить долгим видосом, хотя я понимаю, что наоборот люди злятся, типа, эй, какого фига 40-50... Ну, 40-50 минут это прикольно. Но не всегда получается сделать 40-50 минут. Для меня главное все отклеивается, наверное, потому что тут очень жарко. Ну, пофиг, наверное, придется снять эту красивую гирлянду, потому что она не держится. Вив, ну что ты маму не предупредила, что ничего не получится, сейчас все отвалится. Короче, не всегда получается снимать долгое, длинное видео, да и не всегда хочется, и вообще, мне кажется, полчаса это норм. Я не люблю, когда видео меньше 30 минут, но у меня на этой неделе было такое, что 24 минуты, да, два раза 24 минуты такое было. Ну, к сожалению, не всегда получается сделать долгое классное видео, поэтому... 40 минут у меня, по-моему, даже не было на этой неделе на канале. Посмотреть. А, нет, было один раз, второй влог. Вот и все. Игра закончилась. Все-таки не люблю не высыпаться, потому что реально очень сложно. Башка не соображает, ничего делать не хочется, никуда не хочется. Сейчас буду думать, что делать. Возможно, закажу пиццу, хотя я и пиццу не хочу. Я вообще ничего не хочу. Не знаю, понравилась вам эта неделя влогов или нет. Но иногда я думаю о том, чтобы делать пореже недели влогов, потому что они приедаются и типа кажутся очень скучными, потому что каждый раз одно и то же. В общем, о, кстати, я все жду. Завтра должен был выйти клип с моим участием. Кто в курсе, я 2 недели, по-моему, назад или неделю, ну, короче, больше недели назад снималась в клипе. И сначала мне сказали, что 6 числа выпустят клип. Но потом сказали, что не 6, а что-то типа 12-го, 13-го из этого разряда. В общем, в любом случае, когда выйдет клип с моим участием, я обязательно с вами поделюсь. Покажу, расскажу. В клипе меня, правда, очень мало. И мне в последнее время очень... хочется снимать какие-то домашние видосы именно на профессиональную камеру, типа тематические, болталки, кукинги, украшения дома и все такое. Пока не могу сказать, что у меня появилось прям новогоднее настроение, но в любом случае вдохновение есть, это главное. Как я сегодня сказала, что хочется поменьше именно недель влогов, хочется просто классных, насыщенных влогов. Возможно, в одном влоге несколько дней делать, посмотрим. Пока еще не решила, зависит от того, как жизнь будет протекать. В общем, много всего планирую. Спасибо большое за вашу активность. Мне безумно приятно то, что так много комментариев под видосами. Я даже не знаю вообще, когда у меня такое было. И я посмотрела, кстати, сколько месяцев я усердно стараюсь, много снимаю. Можно сейчас даже отмотать. От видоса, с которого я начала прям много классно снимать. Это было 9 месяцев назад. И таким видосом я считаю 24 часа говорю только, да, своей лучшей подруге. Это было 9 месяцев назад. И вот тогда я начала много снимать, выпускать. И вот с этого видоса у меня началась прям новая жизнь на YouTube, можно так назвать, потому что реально много классных видосов было. За это время много-много блогов, вообще до хрена видосов на самом деле вышло, я прям в шоке. И много классных поездок, кстати, тоже. В общем, спасибо вам большое еще раз за то, что были столько дней со мной. Надеюсь, что я поднимала вам настроение. Надеюсь, что какие-то мои советы, рассказы, что-то вам новое дали, рассказали, опыт получили какой-то. Не знаю, в общем, всегда надеюсь, что я полезная. Всегда хочется быть полезным. Ну, хотя бы даже просто, знаете, для души. На этом все. Да, я заканчиваю неделю влогов. И еще раз спасибо. Не забывайте писать в комментариях, какие видео вы от меня ждете. Я буду их снимать. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.